Меры пресечения связаны с заключением под стражу, при таких обстоятельствах не читать невозможно, читать необходимо избрать бичевого меры пресечения и заключением под стражу. Основные должное руководство статьями 97-101, 108 УПК, суд постановил избрать отношение бичевого Романа Александровича 26.05.87 года рождения, уроженца города Кировск, Мурманской области, меры пресечения и заключением под стражу сроком на 2 месяца суток, то есть по 21.02.2020 года включительно.